Сочинский аэропорт пользовался большим спросом еще в советские времена. Экипажи знали, что приземлившись на курорте, они получают качественное техобслуживание, а пассажиры – внимание и заботу. Об этом рассказывает Николай Григорьевич Учаев в аэропорту Сочи, ветеран МВД, заслуженный работник транспорта Кубани, а ныне помощник управляющего директора по литерным и специальным рейсам, работает с 1971 года. В то время, в советское время, мы обслуживали в Сочи 250 тысяч иностранных туристов. Иностранные туристы, они с удовольствием посещали нас, сочинский аэропорт. Они любили нас. Туристы любят сочинский аэропорт и сегодня. Выражается это любовь главным образом в цифрах. За 7 месяцев с начала года воздушная гавань курорта приняла около 3 миллионов пассажиров, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Круглосуточную и бесперебойную работу аэропорта обеспечивают около 1500 сотрудников. Сейчас мы работаем на пределе возможного, потому что идет пик и, конечно, большое количество рейсов принимает наш аэропорт, и наши работники аэропорта с этой задачей справляются на 5. Но думаю, что резервы всегда есть, поэтому будем понимать, что следующий год будет еще более успешным. Пик пассажирской активности приходится на летнее время. Впрочем, Сочи сегодня круглогодичный курорт. В аэропорту уже готовятся встречать любителей зимнего отдыха. Кроме того, в конце октября, начале ноября будет налажено авиасообщение с Китаем. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.